Друзья, всем привет! Welcome to new vlog. Мы, как обычно, в последнее время путешествуем и берем вас с собой в наше путешествие, так что, кому интересно, оставайтесь с нами. Кирьят-Бьялик. Город-герой Кирьят-Бьялик. Везде пробки. Четверг после обеда. Такие дела. Вот здесь у нас такая бассейн, это только наша. Это бассейн, вот вроде бы как должны быть какие-то волны здесь. Вот такая вот, такой вот вход. Привет! Привет, халой, Макс! Элькина комната. Мам, ты заметил, что мы взяли немножко вещей. Шоколадные монетки. Шоколадные монетки, это немножко еды. Питья. Нашего подписчика Ольги Пинковскайте. Оля, это для тебя. Твой бокал. Это наш скромный ужин на сегодня. Это Ярик сделал
Как это называется? Добрый вечер. Ну сегодня все, всем пока. А кем понравилось, ставьте лайк и пишите на колокольчик. Всем пока. Доброе утро. Что-то у меня тут с этой бровью не сложилось, потому что я последнее время крашу брови сама уже, как... Я купила попробовать вот это вот молоко. Это овсяное, ну, типа овсяный напиток. Я обычно не покупаю это... Ярик! Я обычно не покупаю вообще молоко в магазинах, но так как надо было ехать брать с собой что-то, я уже научена горьким опытом. Я решила подоить корову. Ну, Ярик! Мне здесь написано «Wow, no cow». А вот ценник 16 шекелей, получается 4 евро. Короче, что я хочу сказать, что это неплохой вариант, и мне понравился. А вот товарищ Employee of the Year, ой, это мое любимое выражение, Тони Петерсон, CEO, в общем, товарищ, который создал эту фирму. И видите, в ингредиентах есть только вода, овсянка. И это, как его фамилия? Элли, соль морская, все. Три ингредиента. Есть еще этого же бренда, какой-то там типа бариста. Вот, но там куча ингредиентов, поэтому я взяла вот этот, очень классный. Да, я пью, ой, не знаю, ли видно, я пью просто черный кофе. И сейчас сюда добавлю вот это молоко. Короче, рекомендую. Утром мы вчера очень так... классно повеселились, и сегодня я вот проснулась с таким прошусоном, еще ничего не, ну как, еще ничего не делали, но в принципе ничего и не надо делать, когда ты уезжаешь на загородный дом. Сейчас нам скоро принесут завтрак, и мы сейчас тусуемся, мы очень надеемся, что сегодня будет очень хорошая погода, потому что, как вы видите, видели, у нас здесь есть бассейн, один с нагревом, второй без. Ну, в общем, мы надеемся, что нам удастся сегодня там зависнуть. Что? Делаю папарацци своим. Конечно, у нас с погодой немножечко попадало, если честно. У нас, кстати, все дни была такая жарень, а сейчас не очень. Надеемся, что сегодня потусуемся. У нас вот тот бассейн с подогревом. Сейчас после завтрака. Эль, что-то... Что он там ползает? На самом деле, на солнце жаришка. Наверное, будем завтракать здесь. Отлично. Благодарю вас. Давай, катай нас. Что нам привезли? Это сыр. Это, наверное, лабаны. Это салат какой-то майонезный, какой-то с яйцами. Это, наверное, варенье. Ну и дальше два салатика. Какие-то, наверное, типа овощные, наверное, какие-то котлетки. Вот здесь яйца, фокаччо, всякие тут штуки. И там есть еще у нас вафли. Нет, не слипнется. Не слипнется. Тормоза.
взяла с собой добить вот эту вот маску. Вот это вот очень классная штука. Это Emma Hardy. Это у меня был такой пробничек. Сколько здесь у нас? 15 миллилитров всего лишь. Я его получила в адвент-календаре от ASOS. И мне его хватило от лист, ну, как минимум на 4 раза. Детокс-маска очень-очень классная. И я думаю, что я куплю полноразмерную версию. Ну, короче, как смогла, так и нанесла. Привет всем! Уже сегодня следующий день. Ой, как бы это усесться поудобнее. Короче, вчера была очень классная погода, мы даже загорали и купались в бассейне с обогревом. Там было 38 градусов, если я не ошибаюсь, в бассейне. О, боже, что-то прям рука трясется, нет у меня сил штатив доставать. Короче, и вчера в обед очень сильно испортилась погода. Нет, я все-таки возьму штатив, потому что так не могу. Так вот, вчера вечером, вчера в обед где-то очень сильно испортилась погода, вплоть до того, что сейчас я вот прям дрожу, включила кондиционер на 30 градусов тепла, потому что сейчас мы будем собираться. Испортилась погода, сейчас где-то 13 градусов. И мы хотели еще попутешествовать здесь, в округе, потому что мы редко бываем в этих местах. Но мы поедем просто домой. Были у нас еще всякие разные планы, которые, не хочу сказать, с треском. Я вообще такой человек, который... Я не то чтобы фаталист, но я такая, знаете, ну, типа, нет, не случилось, ну и фиг с ним. Мне приходила женщина, делала массаж. Мы заказали здесь... И, короче, она мне так круто сделала массаж, просто я сейчас на таком релаксе и хотела немножко поспать, но надо собираться. Короче говоря, она мне очень круто сделала массаж, я хочу пройти, ну, я очень люблю массаж, она мне сделала такой полумедицинский, знаете, полушведский, полумедицинский. Она, конечно, с меня там вбивала дурь. Короче, делала всякие мне растяжки, ходила по мне ногами. Короче, очень круто, и сказала мне не мерзнуть, поэтому мне сейчас холодно, и не знаю почему. В общем, мы сейчас будем собираться, ехать домой. Вот такой вот немножечко внеплановый у меня влог получился, потому что, как я сказала уже ранее, много чего хотела рассказать и показать. Но будут у нас еще путешествия. Мы вообще такие ребята, кто следит за мной в Инстаграме. Если вы не следите, то вот, пожалуйста, сюда заходите. Или я залинкую внизу мой инст. Там в вечных историях есть очень много наших путешествий. И то это малая-малая-малая часть. Поэтому, если хотите, то заходите. Мы вообще товарищи, которые очень любят путешествовать, но в силу определенных обстоятельств из Израиля мало куда можно уехать. И если можно уехать, то это ужасные условия, на которые мы не готовы идти пока что и вряд ли пойдем. Я знаю, что есть страны в мире, из которых можно путешествовать, и вообще все круто, но у нас так, и поэтому будем путешествовать по Израилю, как я уже говорила в каком-то из недавних влогов. Все, спасибо вам большое за внимание, будем закругляться, и хорошего вам продолжения дня, вечера, ночи. Всем большая благодарность, не забывайте подписываться, и если вам хочется, и участвуйте в розыгрыше. Все, bye!